Недавно в Милане прошла Генеральная ассамблея Международной федерации спортивного кино и телевидения, куда в оргкомитет вошла наша землячка, сопредседатель Фонда поддержки современного искусства «Живой город» Диана Сафарова. Диана, доброе утро. И также в гостях программы «Новое утро» сегодня соорганизатор финала чемпионата спортивного кино и телевидения Ольга Павлова. Доброе утро. Доброе утро. Итак, Татарстан вновь проявляет себя как центр международного согласия, гостеприимства и интересного культурного начинания, когда в Казань приходит такое событие, как спортивное кино. Вообще, это жанр очень интересный. Он существует сам по себе или отдельно. Диана, к вам вопрос. Что это за жанр? Как было интересно работать внутри этого жанра? И что это вообще за кино? Это кино непосредственно о спорте, непосредственно о спортсменах, о людях в спорте. И естественно, это кино о воле к победе, о умении выживать в сложную ситуацию, умение поддерживать друзей. Ну, то есть это, в принципе, это кино о вечных ценностях через призму спорта, скажем так. Председатель жюри Георгий Шенгели мне говорил в беседе в приватной, что это жанр, который вмещает в себя очень много метафор, символов и насказаний, что через спорт можно постичь многие ситуации жизненные. Скажите, пожалуйста, как Татарстан сейчас будет выглядеть после вот этого чемпионата и после Миланской ассамблеи, то есть какова роль нашей республики, которая все больше и больше уверенно заявляет о себе на международной арене? Мы представляли здесь не только республику, когда проходил международный финал, но и всю Российскую Федерацию. Сейчас очень негативно, агрессивно многие СМИ пытаются преуменьшить значение Российской Федерации, нашего спорта на международной арене. Таким образом, показав наши фильмы, показав широту души, мы показали именно правду о России, о татарстанском спорте. Из 100 картин, которые были в финале, 25 представляли Российскую Федерацию, 7 – Республику Татарстан. То есть мы открыли наш край, наш любимый город совершенно с другой точки зрения. И многие туристы, иностранцы, политические деятели увидели действительно, что это такое, как это здорово. Будет ли это как-то влиять на развитие, скажем, нашего кинематографа? В этом году, возможно, уже в марте мы повезем одну из наших картин, которые снимались в Казани. И то есть для нас важно показать не только российский кинематограф всему миру, это очень важно, но и в том числе и наш родной казанский, татарстанский кинематограф, потому что у нас очень много талантливых и режиссеров, и операторов. Сейчас их становится, слава богу, все больше и больше. Я знаю, что в Татарстан и вот в вашем лице проявил себя в определении еще каких-то номинаций. Мы, как принимающая сторона, имели право на создание дополнительных номинаций. И было предложено нами введение двух новых номинаций. Это «Спорт и личность» и «Спортивная анимация». Но федерация ФИКЦ очень достаточно консервативная, и они нам утвердили как раз вот номинацию «Спортивная анимация», которую они сейчас на самом деле сами продвигают. Ольга Ивановна, а как вообще итальянцы относятся к Татарстану с точки зрения политической платформы? Очень высоко оценивают, очень хотят сотрудничать с нами, очень хотят дружить с нами, понимают, что это один из мощнейших регионов, который именно влияет на политику Российской Федерации. Очень им нравится культура народов Татарстана, самобытность культуры. Франко Аскани постоянно нам рекомендует проводить как можно больше мероприятий под их эгидой. Очень хотят с нами общаться, дружить. Как вы общались в Милане? Я знаю, что вы прекрасно знаете итальянский язык. И да, как я знаю итальянский и английский языки достаточно хорошо. И я жила просто в Италии долгое время, и поэтому, в принципе, свободно общаюсь. Ну, то есть международный язык там английский, конечно, потому что там представители разных стран. И интересно, там члены федерации спрашивали меня, вы на скольких языках разговариваете? И я всем отвечала на всех,
кроме, допустим, китайского, если меня спрашивает представитель Китая, или, например, кроме японского, или ну, что-то такое. Вот. Они были, конечно, очень удивлены, что на самом деле, что я знаю несколько языков. Первые каналы «Рай», значит, Италии брали интервью, и она как раз очень мощно рассказывала и о республике, и о нашем фестивале, и о традициях. Это, конечно, здорово, потому что это новый, можно сказать, парламентаризм, новый этап какой-то. Да. Спасибо большое вам заранее визит, и очень приятно, что вы представляете нашу республику на таком солидном, авторитетном мероприятии, как Ассамблея спортивного кино и телевидения. Спасибо. Спасибо большое.